Уважаемый Владимир Владимирович, не нужно уничтожать санкционные импортные товары. Нужно субсидировать российские предприятия и давать предпринимателям гарантии. Потому что, учитывая историю нашей Родины, у людей вполне обоснованные опасения прогореть. Потому что вас, политиков, хрен разберешь. У вас сегодня рамсы и санкции – а завтра мир, дружба, жвачка, санкции отменим и разрешим, так сказать, ввоз импортных товаров, которые в конечном итоге будут дешевле, чем российские. Естественно, никто из предпринимателей не собирается ничем там заниматься. Так вот, как сказать, экономика – это, конечно, хорошо, но занимаясь экономикой, думать нужно тщательней. И вам не хворать. Рад перископ майки.орг. Заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау.